Меня зовут Ольга, мне 30 лет. Моему старшему сыну 7, а младшей дочери 2,5 года. И я очень сильно их люблю. Еще 6 лет назад мы жили в маленьком белорусском городке. Мой супруг ходил на завод за $350, а я сидела в декретном с сыном. Мы жили, как любая молодая семья. Денег не хватало. Одежда секонд-хенда, овощи и фрукты с огородов родителей. Приходилось даже одолжать деньги до зарплаты. И пришел один такой момент, когда я подумала, еще годик, и мне нужно вести мое дитё в сад, а у меня даже нету денег на приличную одежду. Где же можно заработать? Я обратилась к своему хорошему знакомому и говорю: ты бизнесмен, скажи, пожалуйста, где я, мамочка в декрете, не выходя из дома, используя интернет и компьютер, могу заработать, ну, хотя бы $100-200 дополнительно? И он говорит: зайди на сайт, посмотри внимательно, нажми на кнопку и пойми суть бизнеса. Потому что там даже такие, как ты, зарабатывают. И немногие в первый месяц уже имеют доход. Я зашла на такой сайт, посмотрела короткий ролик и нажала на кнопку. Поняла, в чем суть дела, и стала делать простые шаги. И буквально уже за первую неделю мой доход был $100. Через 2 – 300, через 3 – 700. И по итогу первого месяца на карточку наличными я сняла $1060. Я была в восторге. А вот мой муж не растерялся. Он пошел, написал заявление об увольнении. И с того момента мы стали бизнес строить вместе. Сегодня у нас уже 2 детей. Мы переехали жить к морю и помогаем обычным людям зарабатывать деньги и менять свою жизнь. Если вы готовы к этим переменам, нажимайте на кнопку внизу, и увидимся с вами на следующем шаге.